Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сижу я как-то возле своего аквариума. Ну, не как-то, вот буквально только-только сидел, смотрел. Смотрю на эти анубисы, красавцы такие вот, нано. Вот разрослись, красивые, особенно вот этот. И думаю, нафиг они мне нужны. Это же все выросло по времени, ну, где-то года полтора. То есть за полтора года вот это вот, ну это мега просто медленный анубис. Либо ему что-то не нравится, либо, ну короче, вообще капец просто. Думаю, надо попробовать ему помочь разрастись, размножиться. Вооружился вот камнями, наломал песчаника. Нож канцелярский на всякий случай. Ножницы. Это ножницы для нитки, это ножницы только растениями. Растения я этими ножницами режу, работаю. Вода нам нужна обязательно спрыскивать периодически. Ну и на всякий случай нитки приготовим. Потому что не знаю, как что буду делать. Посмотрел, значит, в интернете, как размножается эхинодорус. Ой, анубис. И там много вариантов разных. Мне понравился вариант. Ну, а обычный анубис, конечно, связан это все с делением. То есть его нужно резать. Но мне очень понравился вариант, где не нужно полностью отрывать, а нужно просто делать надрез и как бы его ломать, то есть не полностью. Я даже, кстати, нашел на одном канале там. Автор это демонстрировал, показывал. Вот. Но в основном мне интереснее читать формы различные, поэтому я и решил я вот с этого анубиса начать, потому что он прижился хорошо, у него вот уже одна веточка пошла. Вот. И корни у него пошли вроде как. Надо попробовать сделать надрез, надлом. Не хочу, правда, его снимать с камня. Перевязывать потом, поэтому будем пытаться аккуратно сделать. Решил я надрез сделать вот в этом месте, как раз тут пару листочков здесь как бы росточек пошел новый. Я ему хочу побольше места ставить, чтобы у него больше сил было. А надрез сделаем вот здесь. Сделал с двух сторон такие надрезы и вот надломал вот так вот. Сейчас обратно привяжу камушек, чтобы утонул, потому что рыба дергает. И закинем обратно в аквариум. Ну вот я примотал ее. Так, место, вот место разреза. Надеюсь, с этого места пойдет деточка у нас. Сейчас закину в аквариум. Подождем какое-то время, понаблюдаем. Этот был у меня примотан. Да, это леска. Ух ты, он в этом. Кору кокоса, крупу врос. Пытался, видать, прихватиться, она не такая шершавая.
Ну ничего, сейчас ему будет полегче. Камни легче будет прирастать. Может быть поэтому, что у него ризоиды плохо развивались. Здесь вообще не представляю, как надлом, надрез сделать. Ну, вот здесь вот попробую надрез сделать, сломать. Все, вот надлом. Сейчас привяжу его тоже к камушку. Ну, таким образом сделаю надлом сразу здесь. Я порезал, примотал уже. Так. Я уже, наверное, теперь и не найду. Резаю. У этого точно найду. Вот он. Блин, нитка плохо по нему проходит. Вот это я не заметил сразу. Это плохо. Хотя тут он не в натяжку, так что не думаю, что будет передавливать. Я сейчас это все в аквариум брошу и буду периодически поглядывать, наблюдать. Как только какие-то изменения увижу, сразу же засниму этот момент. С последней съемки прошло где-то приблизительно 73 дня. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. К сожалению, здесь я примотал, видать, очень плохо. Ну, пока вытаскивал, пока искал тот отросочек, надрез, вот камень размотался. Но вот могу сказать, что, то есть, как мы помним, корни были с той стороны, вот, вот он этот куст весь, и вот какой большой отросток он дал, вот это место надлома, надреза, надлома. То есть по обычному вот получается один листик. Если бы я не надрезал, за все время появился бы. А с помощью надреза появились вот от, вот от, ну и, наверное, вот этот отросточек тоже пошел благодаря надрезу. Вот этот точно благодаря надрезу. Вот этот отросток. Вот он. Какой длинный, вот он еще даже листик. То есть, блин, все-таки лучше надрезы делать, он быстрее намного начинает давать отростки, а не расти, чем ждать, пока вырастет вот такой вот, сори, вот такой вот лист. Это очень долго, поэтому я сейчас примотаю заново, сделаю еще надрез, пускай размножается, и брошу обратно в аквариум. Что по поводу вот этих вот анубис, ну тут я, к сожалению, вообще не смог найти, где я делал надрезы. Даже когда я сейчас просмотрел видео, непонятно где. Ну, возможно, вот если судить по новым листочкам, то может быть вот это, вот этот вот, и вот здесь вот, вот он отросточек пошел, может быть. Вообще в целом, например, вот этот куст на вот камне, он получше стал, чем на кокосе расти. Мне кажется, он прям сколько? Ну, почти чуть больше 2 месяцев. Он прям очень хорошо подрос. Он до этого просто год вообще сидел в никаком состоянии. Не рос, не умирал, ничего. Вот. Ну и, кстати, этот тоже тут не знаю, где
Я делал надлом, наверное, вот он, вот этот отросточек, очень похожий, потому что тут вот нарост идет. И, по-моему, я как раз вот здесь и делал надлом. Либо на этой стороне, но тут я не вижу, чтобы появились отросточки. А тогда я прям ломал. Ну да, наверное, вот этот есть место. Вот. Ну тут тоже вот он один листик дал. И в этом аквариуме тоже анубис у меня покрывается таким вот налетом нехорошим. Это другой не проблемный, который аквариум. Не знаю, может его надо. Хотя он у меня вроде в тени сидит. Что-то не то, не нравится ему немножко. Но растет. Не нравится, но растет. Здесь я тоже решил сейчас надрезы сделать надлома, пускай более пушистые будут кусты. И перемотаю обратно камням получше. Ну, по крайней мере, этот точно перемотать надо. Повторюсь еще раз. Я вот в этот раз сделал надрезы. Вот. Сейчас. Вот надрез сделал еще один. Я прям взял, прям сломал его в этом месте. И надрез сделал. Вот. Видите, я его прям вот взял, сломал. И тот тоже я взял, прям сломал. То есть не бойтесь, вот. Надеюсь, видно будет. Не бойтесь там зацепить корешок, еще что-то. Я вот, например, резал, зацепил листочек, отрезал случайно. Вот. Просто вот эти надрезы, они очень хорошо стимулируют рост новых отростков. Здесь я вот сделал надрез. Надлом что-то у меня не получилось здесь сделать. Близко очень. А, вот все получилось. Надлом сделать. И с этой стороны я тоже сделал где-то. Уже потерял. Вот, по-моему. Короче, я на каждом кусте сделал по два надлома, надреза. Здесь вот он. Здесь вообще сломать не получается. Слишком он плотненький такой этот кустик. Страшненький, правда, но ничего. Вот, но главное, опытом доказали, выяснили, что новые отростки на анубисах растут намного быстрее, если мы будем делать такие надрезы и надломы, то есть V-образный надрез, то есть вот так вот и вот так вот, и это место надламываем, вот, и он тогда начинает хорошо быстро расти. Ну а на этом, в принципе, все. Всем, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на мой канал, ждем новых видео. Пока-пока.